Познакомиться изнутри с работой Казанского федерального университета и примерить на себя роль студента смогли старшеклассники различных учебных заведений России. Это стало возможным благодаря проекту «Испытательный срок». В течение всего дня школьники посещали мастер-классы, лекции и семинары, которые проводили преподаватели Казанского университета. «Испытательный срок» проводится в рамках четырех структурных подразделений КФУ. Одним из них стал Институт фундаментальной медицины и биологии. Он образовался всего 5-6 лет назад и довольно-таки молодой, но при этом в институте реализуются очень масштабные крупные проекты, есть потрясающие возможности для занятий наукой. Здесь школьники побывали в различных лабораториях, где узнали много всего интересного. Я давно задумался о поступлении на биофак, и я узнал, что в КФУ это очень хорошо представлено. И выдалась такая возможность посмотреть это своими глазами, то есть как бы даже пощупать. И это очень большая практика и помогает с определением университета. А школьники, которые выбрали знакомство с юридическим факультетом КФУ, смогли побывать в аудиториях, а также услышать много полезной информации об уликах, отпечатках пальцев и даже составить фоторобот. Я рассматриваю КФУ как приоритетный вуз для поступления, именно юридический факультет, потому что я очень люблю право российское, я участвовала в олимпиадах, мне очень нравится история обществознания, поэтому я приехала на этот проект. Я потому что знала, что раньше брали вот отпечатки пальцев с помощью порошка, а сейчас я познакомилась с тем, что при помощи программы, то есть при помощи вот сканера, который использовали, вот сделали мои отпечатки пальцев одной руки. Это очень интересная практика. Свои двери для школьников открыл также Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций, Институт математики и механики. Будущие абитуриенты познакомились с настоящей студенческой жизнью. Анна Глазунова, Леонард Влетьяров, Универньюз.